Итак, чтобы выиграть суд, что необходимо делать? Необходимо сделать, я буду говорить ВВ, что обозначает вдох-выдох. Необходимо делать так, представлять ту цифру, которую я вам буду сейчас говорить. Вот смотрите, чтобы выиграть суд, это звучит так. ВВ, вдох-выдох, то есть выполнение практики, чтобы выиграть суд, делаю вдох-выдох, представляю перед собой цифру 5, после этого делаю вдох-выдох, и после этого вдох, задержку дыхания и выдох, делаю вдох-выдох, и на выдохе представляю 9, теперь делаю вдох, задержка и представляю 3, и представляю перед собой цифру 3, делаю выдох. И на выдохе представляю цифру 1. Давайте я вам теперь это дам медленно, чтобы вы смогли записать. Итак, вдох-выдох 5. Вдох-выдох, вдох-задержка, выдох. Представляю 9. Вдох-задержка 3. На выдохе 1. Если это делать на протяжении дня 3 раза, представляю, то вы обязательно выиграете в суде. Дальше, чтобы стать богатым и могущественным. Вдох-выдох 6. Вдох-выдох 11. После этого представляю 10. Дальше, вдох-выдох, представляю 1. Вдох-выдох, представляю сначала 7, после чего не представляю 7, а представляю 6. Дальше вдох-выдох, представляю 3, после чего представляю 13 цифру, после этого 14 цифру, и после этого делаю вдох и на выдохе произношу «ах». Если так делать на протяжении дня даже несколько раз, то вы станете на протяжении своей жизни очень быстро богатым, влиятельным и могущественным человеком. Дальше. Чтобы в кошельке у вас водились деньги, нужно представлять цифры, о которых я сейчас скажу, прямо в вашем кошельке. Итак, первое нужно сделать вдох-выдох, после этого представить, будто вы представляете цифры, появляющиеся в вашем кошельке. Цифра 1, после этого вновь цифра 1, после этого вновь цифра 1, после этого вдох-выдох, цифры 7, после этого 9 и еще раз 9. После этого вдох-выдох, цифра 7, после этого цифра 7 и после этого цифра 9. Дальше, чтобы деньги водились в сейфе, необходимо сделать вдох и выдох, и после этого представлять в вашем сейфе большие огни. Цифры 18, после этого 11, после этого 10, после этого сделать вдох-выдох, представлять цифры 8, после этого 9, после этого 10, после этого сделать вдох-выдох, представлять цифры 8, и после этого 8, и после этого 9. Дальше. Чтобы в вас влюбились, на груди необходимо представить шестиконечную звезду огненную. Не в середине, а сверху шестиконечную звезду. И представлять в этой шестиконечной звезде в середине появляющиеся цифры. Вдох-выдох 4, после чего 9, после чего 8. После этого вдох-выдох 5, после этого 2. После этого вдох-выдох 6, после этого 3, после этого 4. Дальше. Чтобы всегда быть богатым, перед собой необходимо представлять цифры. Вдох-выдох, цифра 8, вдох-выдох, цифра 6, после этого цифра 7, вдох-выдох, цифра 9, после этого 10, после этого 1, вдох-выдох, после этого цифра 3, после этого цифра 4, вдох-выдох, цифра 2. Дальше. Чтобы убрать невезение в судьбе, перед собой представлять цифры. Вдох-выдох 2, после чего 9, после чего 4. Вдох-выдох, после этого выдох, задержка дыхания, на задержке представлять 7, 2. После этого вдох-выдох и без задержки представлять 9, 5, 6. После этого выдох и на выдохе представить 9. Чтобы бизнес процветал, нужно произнести вдох-выдох, после этого цифру 4, после этого 3, после этого 8 в середине вашего помещения. После этого вдох-выдох 9, после этого 5, после этого 1, вдох-выдох 2, после этого 7, после этого 6. Вот такие эзотерические программы, их можно ставить, если вы знаете, как это.